Вот, выполняется подготовка прямой трансляции к конференции YouTube. Выполняется настройка конференции для YouTube лайва написано, видите? Сейчас, что говорит? Надо все выключить, да? Вот это доска классная, красота, да? Здесь вам нужно рисовать, наверное, да? Рисовать проблемы доски. Надо детям такую доску сделать, так. Домой? Раз, раз. Чем на компьютере один так вот играть, рисовать? Вот смотрите, видите, написано live уже, видите, да. На зуме. Я сейчас на ютубе голос уберу, звук, ну, чтобы у меня фона не было. И мы можем уже вот делать трансляцию. Вот смотрите. Смотрите, вам надо будет, Марат, тогда ко мне в кабинет сесть. Давай я через валюту посмотрю мобильный. Давайте, можно тоже. Ссылку отправить вам на вас? Все, без проблем сейчас. Вы как скажете, Майки, так и сделаем. Все, все. Короче, трансляция получается, да? Да, трансляция получается. Вот это на YouTube. Копируем, надо же копировать URL видео, правильно? Да. Сейчас WhatsApp включится у меня. Или вам на почту скинуть? Не, не на почту, давай. Или давай на почту, вот. Это сейчас на первый WhatsApp там должен заходить. Или на Фейсбуке поделись. Надо сразу увидеть. Да, вот эта трансляция хорошо, потому что трансляция, да? Ну это, да, она же, сука, постоянно одна и та же будет. Потом теперь смотрите, такой момент. Ладно, допустим, мы купим за 19 долларов вот этот вот Zoom. Но ситуация такая, что в Ютубе же он переключить не сможет же. В Ютубе это будет реализовано переключение? Переключение чего? Перевода. Нет, на Zoom что будет? Да? Нет, на Zoom что будет? Это, если в Zoom заходят, они смогут в Zoom переключить. Но если у нас участники заходят на YouTube, они на YouTube ничего не смогут переключить. Надо посмотреть. Нет. Язык оригинала. На Zoom что будет твориться? Ага. На YouTube то будут смотреть. Это же как получается, они будут же пассивные участники же. Звук там будет несколько аудиоканалов. Не, я понимаю, они же будут считаться как пассивные же участники. А, слушатели? Да, слушатели. Мы будем тогда, возможно, мы будем нажимать на эту кнопку. Надо это протестировать, Саня, видишь, возможно, не пойдет. Это такая конференция, которую мы организовываем, и косяков там не должно быть. Может, Нурбек говорит, там, капец, топовые, да, какие-то люди. Ну, ЮБР, Европейский банк участвует, там не волнует. ЮБР всех. ЮБР! Что с интернетом, Саня? Да что-то с интернетом. У тебя с интернетом, да, этот WhatsApp же, Алмаз же закрыл в палате. WhatsApp. Ты что, не в курсе? Как проектор криво висит. Давай у нас как трафик зависит? На гигабайты этот или у нас неограниченный? Неограниченный. Я вам на почту отправил, Макен. Наки, я вам отправил на почту. 320, да? 300. Какой кабинет? 318. Узалгаз, привет. Мы вас ждем в 318 кабинете. Надо обсудить важный момент. Там есть это.
По переводу надо обсудить, там по переводчикам есть у нас, как вот это, давайте, подходите, пожалуйста. Я эти тоже ссылку переслал. Да вот в эту группу закинь, что будет. А, кстати, точно. Который, если ты... Может, этот, как сайт-то тоже добавить? Да, кстати, сейчас. Давай, вон туда как раз будет. Нет, ужаловаться зачем ей приходить? Она может со своего кабинета же смотреть. Надо пока. Обсудить. Нет, мы не организационный момент. Вот смотрите, Марат, видите, настройки. Расширенные заходишь, настройки. Да, это я знаю. Там есть трансляция в этих социальных сетях. Ты ставишь галочку. А этот здесь я вот по переводчикам, чтобы, допустим, через твою это делать. Там сколько надо заплатить, вот который функционал? 20 баксов. 19,99. То есть ты на месяц можешь подключить, да? Че? На месяц можешь подключить, да? Да. Дополнительный какие-то. Через Каспий Голд закину и все, там открою интернет-банкинг. У тебя же и там сейчас оплатят. Да, у меня там, да, вот сейчас есть. Ладно. Но у меня идет, просто идет лицензионная. А здесь уже будет бизнес. Есть смысл на твой подключать? Или лучше пусть твой будет как отдельно, у тебя же и так 15-долларов действует. И еще один отдельный аккаунт сделать. Зачем нам оплату делать на оплату, правильно? Без проблем. Зато будет уже два аккаунта получать. Да, можем на ваш сделать, если хотите. Нет, надо вот уже у нас будет платить организовывать, пусть себе подключает. Не, потом-то ты технически к ней не можешь зайти, Марат, потом это будет там 200 этих. Вдруг там пароль забудет, да еще что-то. Мне бэрбэр. Мне что скажешь, что я буду делать, и все. Нет, второй создаст. Надо вот сейчас сказать. Не, у меня есть уже и второй есть тоже. У меня две учетки есть. Два? Все, да? Надо? А вторая у тебя не оплачена, да? Это она базовая идет. Базовая? Все, да? Тогда вот на нее и надо будет тогда сделать. Вот, тогда Марат, мы не запрашиваем 20, 15 долларов. 20, да? 25 же там. Вот надо посмотреть, вот по переводчикам надо тестирование пройти. Там, вот эти... Две учетки есть. Смотрите, задержка какая идет. Я говорю, задержка здесь очень. Да, это задержка не проблема, это во всех, у нас тоже было так. Вопрос только, главное же это все нормально идет. Оно записывается где-то, да? Просто чтобы ректор не запсиховал, а что мой голос на это? Не, мы задержка там. 15-20 секунд, 30 секунд, где-то 20 секунд, да. Видите, только пошло то, что мы вон сказали с вами. Не, это нормально, Марат, это, ну что там, они же не сейчас. Видите? Ну, задержка, да, в принципе. Самое главное, что трансляция пошла. Сейчас я презентацию включу какую-нибудь. Вообще супер было. А вот камера у нас оказывается, да, здесь? То есть нас тоже могут видеть, да? Сейчас
Нет, это он, наверное, открыт. Я сейчас просто YouTube включил уже. Вот у меня презентация здесь сейчас стоит просто. А ты презентацию когда шаришь, десктоп, смотри, оно на YouTube как раз не, он это, задержка где? А? Нет, я имею в виду, смотри, как вы, видишь, каскадные окна на YouTube, смотри, как выходит. А. Я проект. А здесь на чем? Я может там нужно. Да, вот теперь да. Там. Смотри, смотри, у тебя вглубь уходит. Видишь, да? Человек там, это почему так? Сейчас попробуем обновить страничку. А, настройки, наверное, а вот теперь нормально. Ну, он потом может опять уходить. Ты сейчас переключаешь? Да, я обновил страницу. Просто YouTube, наверное, завис. Твой YouTube завис, получается. Да, да. Я сейчас потому что у меня человека, то же самое. Три человека сейчас смотрят. Мне показывают два человека. Оказывается, где-то 10 секунд, оказывается, задержка идет. Ладно, 10 секунд ерунда, главное, что у нас перевод надо тестировать, как будет у нас происходить перевод. То есть вот это, в принципе, ерунда. Нам надо сейчас перевод сделать и протестировать, допустим, подключиться, один кто-то выступает, да. Один кто-то это. Уже у вас, вы здесь, а? Твой голос идет? Ну ладно, молодец. Да. Задержит? Алло, иду я? Да, давайте уже вас ждем. Бегу. Можно прямо сейчас записывать, не изменится, прямо сейчас оплатить это, да? Да. И сразу же тестировать, чтобы закрыть этот вопрос. Прямо сделать, как будет переводчик. То есть получается, смотри, если кто-то на русском выступает, переводчик уже не будет переводить, правильно? То есть вы будете трансляцию делать для слушателей просто на русском языке. Да, да. Можем потом перезаписать, там, по-моему, титры тоже можно наложить, там есть, по-моему, такая функция, титры, титрами будет. Оно автоматически. Титры? Да. Титры там, ну, оставка, титры. Или это как дополнительный перевод делать? Ну, не знаю, надо посмотреть. Да. Можно же титры тасти, да? Да. Допустим, он будет идти на русском языке, а внизу титры на английском. Или на английском будет идти, а перевод на русский. Не Спасибо.
А сразу на YouTube, а на YouTube нет этой возможности.
Да? Да. Или надо же транслировать сразу канал переводчика. Основной канал, канал переводчика транслирует. А какой-то будет там, я не знаю, модератор, слово будет правильно. На каждой сессии будет свой же модератор? А, нет, там ведущий будет? Ведущий стоит. Или они просто подключаются, они просто по времени подключаются, начинают свои речи говорить? Нет, там на каждой сессии свой модератор есть. Он просто подключается. Отдельно тоже подключается. Нет, он вместе подключается. В смысле 5 модераторов? Не вот это вот смысл? Смотрите. Канал спикер будет заявлен. Я сейчас говорю, это твой канал, это значит твой личный канал. Там, смотрите, я сейчас... Он, наверное, не пойдет, я на личные видео покажу. Я сейчас жадра, смотрите. Жадра новый сейчас звонит. Новый офис. Ты не знаешь, как я? Да. Вот поговори с ним, когда мы... Алло, жадра, здравствуйте. Мы по поводу... У нас будет... У нас будет мероприятие с 12 по 13 ноября, связанное с Нобелевскими лауреатами. Мы бы хотели по поводу, вот как в тот раз, помните, я с Югу звоню, Саят, помните с Югу? А, да. Да-да, вот по поводу переводчика в Зуме. Это надо будет нам, получается, переводчиков садить, да, чтобы они переводили, да? А, нет, нет. Все хорошо, спасибо большое. Пускай перезвонит. Да. Всего самого хорошего. Стена это было. А стена это просто айтсен, да? Это просто айтсен. Стена это, но они вот, короче, вот так. Это другая платформа. Зум тоже можно там. У них такая же была, я же сидел же, там написано было, у них просто отдельно была страничка стояла. Лайв-режим, через YouTube они тоже транслировали. То же самое, как и здесь. У них там какая-то платформа, а они за нее 5 миллионов плюс. Это чуть-чуть другая платформа. Так, смотрите, у вас ситуация. Она интегрирована в Zoom. А в принципе, как видите, в YouTube трансляция подключается. То есть подключить вот их всех, если вы вот как отрабатывали сценарий, так мы готовы. Давайте мы не будем. Но если мы хотим делать перевод, чтобы в YouTube слушатели получали на русском языке. А мы не будем получать на русском языке. Нет, зачем? Они же могут же просто включить же есть же субтитры же. Есть же в этом. В YouTube же есть же субтитры. Ну давай вот сейчас я хочу подписывать. Я не хочу подписывать. Это ты должен включить. Да, это я же должен включить. Просто английский вот так, чтобы транслировался и все. А те вторые, остальные русские? На языке просто слушатели большинство. Субтитры какие должны быть? Чтобы на русский переводил? Да, по-моему, на YouTube язык оригинала будет идти, да? Русский, английский, смешанный. У тебя нет субтитров? Кроме английского не выбирается. Короче, там... Не, ну если будет англоязычная версия слушать, надо же наоборот, что, чтобы на английский же переводил, правильно? Конференция сама английская. Давайте вот эти две сессии не будем переводить на русский. Мы же в тот раз решили же, что вот эти две, где ректор выступает, они будут полностью на английском. А ректор будет на английском разговаривать тоже? Она будет на русском выступать. Да они же поставим английский. Раз, два, три, друзья, коллеги. Просто переводчика поставят. Хорошо, будем переводить на русский. Да. Вы же тут разрешили. Переводчика на два канала. Все хорошо. То есть они с кабинета будут заходить? Он у нас целый день. Какие два канала? Там два переводчика должны сидеть. Один с английского, другой с русского. Это, наверное, один человек может делать.
они устанут. Я же поэтому показал, на русский язык каждые полчаса должны меняться переводчики. Или на английский тоже. Ладно, это организационный момент. Нам сейчас надо технически это реализовать. Как технически это сделать? Ну давайте посмотрим. Организационный момент, а устанет, не устанет, это ерунда. Нам сейчас надо разобраться, получится это сделать. Нет, сейчас деньги закинули, да? Нет, не закинули. Когда мы можем деньги закинуть? Сегодня. Сейчас скажите, все, я сейчас. Сейчас мы сможем. Шефу, потому что давайте прямо сейчас. У тебя есть, да, логин? Да, я вот могу его открыть сразу сейчас. Давай на него закинем. Может быть, пока деньги закинут, надо завтра у вас подписывать.